За последние 30 лет Азербайджан пережил очень серьезные и большие испытания, связанные с проблемой беженцев и вынужденных переселенцев. В 1988 году западные азербайджанцы были насильственно выселены армяно-советскими вооруженными формированиями со своей родины, территории нынешней Армении. Это произошло в период существования СССР. Они не смогли бы решиться на это без разрешения и благословения Москвы. СССР сыграл значительную роль в том, что западные азербайджанцы стали беженцами из своих родных земель. Именно Россия и СССР поселили армян на территории нынешней Армении и оказали им всестороннюю помощь в создании республики без тюрков. Известно, что Россия всегда спонсировала и опекала армян. 35 лет назад, несмотря на то, что Азербайджан еще не был независимым, он за счет своих внутренних ресурсов обеспечил жильем западных азербайджанцев, бежавших из Армении. Следует отметить помощь азербайджанской общественности западным азербайджанцам, потому что накануне развала СССР центральная власть была ослаблена, местные власти затруднялись в размещении 250 тысяч беженцев. В этом вопросе властям помогла азербайджанская общественность. 250 тысяч человек из западного Азербайджана создали очень серьезные проблемы для тогдашней Азербайджанской ССР, которая имела ограниченные возможности. Много трудностей было и с их размещением. Население одного села было вынуждено рассредоточиться и жить в разных районах. Члены одной семьи или родственники, жившие в Армении в одном селе на одной улице по соседству друг с другом, были расселены по разным районам Азербайджана. Весной 1989 года из Узбекистана были изгнаны турки Ахыска, турки-мескитинцы, которых также приютил Азербайджан. С 1990-х годов началась вынужденная миграция переселенцев из Карабахского региона Азербайджана. В то время Азербайджан еще не был независимым, и размещение переселенцев вновь легло на плечи азербайджанской общественности. Власти того времени всячески старались заручиться благосклонностью Москвы. Армяне изгоняли азербайджанцев из Карабаха и прилегающих районов при непосредственной помощи и участии советских и российских военных. Словом, в 1988-1993 годах азербайджанская общественность проявила большую историческую самоотверженность. Спустя 30 лет после освобождения части азербайджанских земель от оккупации, вынужденные переселенцы из Карабаха и прилегающих районов возвращаются в свои дома. В настоящее время обсуждается вопрос о возвращении западных азербайджанцев. Одной из основных задач является ведение и систематизация точных списков соотечественников, которые расселились по разным регионам страны. Важно также организовать на местном уровне мероприятия по агитации за право на возвращение среди западных азербайджанцев, проживающих в различных регионах, и пропаганде их традиций, фольклора и культурных ценностей. Кроме того, актуальной темой сегодня считается информационно-просветительская деятельность, связанная с сущностью репатриации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном в своем выступлении на тему «Новые медиа в эпоху Четвертой промышленной революции» на глобальном медиафоруме в Шуше 22 июля этого года. Если армяне хотят говорить о правах и безопасности армян в Карабахе, то мы тоже хотим говорить о правах и безопасности азербайджанцев в Зангезуре, Гёче и Ереване. Так что, думаю, это абсолютно логично. Мы готовы идти по пути реинтеграции с соблюдением прав и безопасности армянского меньшинства в Карабахе в рамках нашей Конституции и в рамках доброй практики того, как эти вопросы решаются в Азербайджане в целом. Азербайджан — это многоэтническое и многоконфессиональное государство, и в этом наша сила. Все представители этнических групп, которые проживают в Азербайджане, имеют те же права и обязанности, тот же уровень безопасности. И почему какая-то этническая группа должна выделяться на этом фоне, мне тоже не совсем понятно. Вот таков наш подход. Мы до сих пор не потеряли надежду, что здравая часть общества, которая проживает в Ханкинди и окрестностях, все-таки поймет всю бесперспективность такого игнорирования Азербайджана и здравый смысл возьмет верх. Это также означает, что безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома и обеспечение их индивидуальных и коллективных прав после их возвращения является не только справедливым требованием, но и основой для прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Азербайджанская сторона предоставляет всевозможные гарантии для обеспечения компактного проживания армян в Карабахском экономическом регионе и их безопасности. Переговоры между Азербайджаном и Арменией можно считать полноценными только в том случае, если Армения предоставит гарантии на восстановление нарушенных имущественных и гражданских прав западных азербайджанцев. А вопрос репатриации западных азербайджанцев является приоритетной задачей официального Баку на переговорах.